Добрый вечер. Пишу подкасты по вечерам. Обычно поэтому добрый вечер. ЦВЦБ. Это именно то, как называется цифровой рубль. Банк России в недалеком будущем собирается выпустить цифровой рубль. Его еще называют цифровой валютой Центрального банка. На мой взгляд, это очень удобно. Ну, посудите сами. Как пишут в интернете, скачал на смартфон себе. По идее, можно только на смартфон скачать. Уникальный токен существует какой-то, который привязывается к каждому цифровому рублю. И тут есть и плюсы, и минусы, что за вами можно будет, естественно, следить. Но если вы работаете официально, то никаких проблем, вы получаете свою зарплату в цифровом виде. Ну, как в будущем это они планируют. Соответственно, существует над вами полный контроль. Как я сейчас посмотрел ютубчик, то там один из официальных лиц в пиджаке, так скажем, он говорит, что ой-ой-ой, не будет работать без интернета, хотя в статье на журнал .tinkoff.ru говорится то, что, пожалуйста, в глубинке, где-то в России, где проблемы с интернетом, можно будет расплатиться, предварительно скачав сколько-то на смартфон. Ну, какие минусы, на мой взгляд? Цифровой рубль будет пугать того, кто его просто не зарабатывает официальным путем. Но это мое мнение личное. Если вы хотите что-то получить слева или справа, или сверху и снизу, то, наверное, будет это невозможно сделать. Не надо будет как-то писать какие-то... В общем, я думаю, что то, что вы заработаете, вам дадут. То, что вы не зарабатываете, вас просто отнимут. Еще есть понятие срока действия. То есть, вроде как, накопить нельзя будет. Но если учесть, что каждый год, каждый месяц все время как-то вот растет все, цены растут, то вчера, то есть сегодня это 100 рублей, а завтра это уже 99. Всем приятных покупок. Было бы здоровье, как говорится. Всем пока.